Дима, мы только что посмотрели репетиции Юриуса. На мой взгляд, она достаточно статична. В ней не происходит ничего, что могло бы зацепить мнение зрителя. Мне кажется, что он недостаточно харизматичный, чтобы вытянуть этот номер в одиночку. Что ты скажешь по этому поводу? Я с тобой согласен, в принципе. То есть статика. С другой стороны, вся песня такая статичная. То есть Подожди, но песня же «Run with the Lions». А стиль исполнения, а музыка, а все остальное. То есть другое. Что ты хотел, чтобы там львы прыгали во время этой песни на такую аранжировку, на такую музыку? Ну, хотя бы можно было бы музыкальную группу поставить. Я не думаю. То есть мне кажется, что все довольно органично. Он, по крайней мере, чувствует себя довольно комфортно на сцене. И я думаю, что да, цель, которую они себе поставили, они ее исполняют. Не знаю, я, на мой взгляд, это, ну, одно из пока самых неэффектных выступлений во втором полуфинале. Твоя оценка? Ну, пускай будет 4 из 10. Ну, я поставлю двоечку.